Хач хуесос. Если он придет, Женя, передай ему. Лады, Антон Гандон. Обезьяна, сука, ебаная, блядь. Иди, сука, блядь, в туалете перед зеркалом, блядь, фотографируйся, давай, ебаный, блядь. В трусах, блядь, ебаный, в туалете перед зеркалом, сука, тупой, мокрый, блядь. Полупокер, блядь, пизди, ты все чё-то, блядь. Ебать ты, да. Конь, сука. Пруда сын полота ебаного обдолбаного пилота. А, сука. Буде стрес. Обоссали всех, кто могли, даже Google. Дам мочеиспускательный труда. Пуда, ты можешь тебя обоссать? Кого можно обоссать тебя? Гном. Понял, мне, короче, в группе ПВК опять дали бан. На циркле. Там. Второй раз, третий раз уже бан получаю. ВК-группа? Да. Да. Да не только в Фудилке, а там везде, короче, бан получаю. Ну вообще похуй-то. Пишет форум тоже Лёх. Уже Паша вроде. Ноября. Так это же не номер. Какого-то чувака нахуй послал только что в той группе. Ну да, блядь. В туалете, в трусах. Хач. Да. Ёбаный говноед, сука. Обещал за вагонники, нахуй. Да, блядь, пиздел. Я час назад пришел, чувак. Я что, да, сразу в Warcraft должен заходить, тебя вагонить? Да, ты обещал, сука. И кинул меня, пошел нахуй. Про вагоню вот сейчас соберу, блядь, на тебя вообще что. Че над Олегом уже стебетесь? Чё? Чё, над Олегом уже стебётесь. Да кто над кем стебётся? Никто не стебётся. Хотя ему не помешало бы. Ну, заходишь же на сервер? Нет. В смысле нет? Толпоёб, что ли, я сейчас зашёл? Я на серваке. Ебать. Я сейчас поукашусь. У нас стерилизация не хочет проходить даже. Ну, походу, мать выпили их и пустила.
Со второго раза пустила, классно. Меня не пускает. Ну попробуй несколько раз. Там походу может типа фильтры тестируют. А, ну стой, блядь, тестирует. Ну просто. Уже протестировал. Давным-давно. Пальцами. Фалосом. Фу, блядь! Пальцами будешь, сука, тестировать, блядь. Ты слышал, Антон говорит, что его очко фалосом протестировано. Ну да. Его маленькое гномское очко. Там уже дворфийское. Да там, блядь, писюно малости все протестировано еще, походу. А что, у него маленький? Хотя да, походу, тупой вопрос. Бля, где она, где? Ну это у гнома, спроси, гном у него маленький. Это ты мне скажи, маленький у него или нет? Ты ж с ним там постоянно в жопу долбишься. Че, пойдем с очкаем в огонь? А ты просто гном. Я хочу ВП. Давай, пойдем. Пойдем. А вот это было видно, Женя, это было видно. Пойдем. За гнома было видно. Женя, по-братски, гол. Куда? Пошли провогоним бары. Куда? В ДД-6Х. Что, опять говна поел или что? Пожалуйста. Да пожалуйста, заебал. Да пожалуйста, заебал. Сука. Отродье, блядь, уебанское. Там 6 хем с 0 собирают. Мишка, маги, Лок Эдем. Зачем постоянно писать с нуля, я не пойму. Все, я готов в огонь. Лем плюс пека. Это они занозу собираются убивать. Да. Сука, дауны, ебливые дауны, чтоб они усрались. Сука, берём, принимай испуги за 385-го Эршаму, 385-го ДЦ, и, блядь, два хила, сука, захиливают. Они не из-за этого, они из-за того, что, типа, рак апатию может, типа, рачить, чтоб страховка была из-за хилов, то есть, чтоб они делали, да какая нахер страховка, долбоёбы. Всегда у нас, блядь, страховка, не страховка, всегда два хила. Ну можно катать сколько угодно, да при чем, если пуги, понимаешь? Больше четырех семерок, ты не откатаешь, потому что берса, блядь, ебанет, ну пиздать, да. Да. Если ты еще будешь. А четыре семерки в два хила, а, блядь, можно откатать. Ну да. Ну, не тут. Спокойно, любым, блядь, сука, не знаю. 390 хил, ну кроме Эрдруи, не знаю, просто Эрдруи рак хилить не умею. Ну спокойно можно захилить 390. И Эрдру тоже спокойно захиливает. Ну и Эрдру я просто рак, Эрдру я не умею, ну, Эрдру рак, хилить. Эрдру, ты просто тонкости не знаешь, Сань. Да. Ну пойдем в огонь, Лара, тебя. А ДЦ вообще нехуй делать, хоть, блядь, 100 дебаф нахуй прохиливай вообще насрать. Прохиливай, это ты имеешь в виду раз в 3 секунды на него что-то кинуть? Да, раз в 3 секунды на него кинуть щит, там флешечку скастовать, там, чтоб откат этого дебафа от щита там уменьшился на 5 секунд. Ретрик 407 или Хпау би с ровом одной шмотки, типа вся хуйня, он пишет. Сорян, есть уже. Воу, кого ты не берешь? Кого ты не берешь, ты идиот, ебать. Бля, Жека заебал, пошли провогоним вара. Куда? 4 хм. Ой, 6 хм. Какой вагон тут он сервер лагает? Тут да, сервер вагонов, понимаешь? Тут, это неизвестно, да кто кого еще вагон не поймёшь. Я там маунта, блин, садился. Пиздец, блядь. Да не, у меня не лагает, не пизди. 54 МС. У меня, блядь, у меня нихуя не хочет прогружаться. Так у меня вроде пинга нет, нихуя не грузится. Писал сервер инфо, эмоций 0. Ну вот, та же самая херня. Оно уже написано, и пролистал чат и дискон. У тебя дисконуло? Да. Меня да, меня выкинуло нахуй, хуямбом. Может это тоже в Украине выкидывает? Может
что со всех топчиков кидают, а у ебаного оставляет? Да, гном? Наоборот, у ебаного закидывают, топчиков оставляют. Да ладно. Так ладно, блядь. Это хай собирать будешь? Да, давайте ману скинемся 10 000 рублей, чтобы он заплатил этим. Пойди почку продай, хотя у тебя такая почка, что, блядь, надо же касать, потянет. Да, она сюда ее народом только поменять. У меня с почками все нормально, я ж не как вы там каждый день просаживаете. Да, у тебя вся почка в сперме, блядь, по лотовской. Как же Алси, не забывай про Алси. Не, Алси по моей части. Во мне Антона и Алси двоих, а у тебя килсайты по вот. Окей, окей. Во мне хоть рукастые чуваки. А у тебя один дауны. А в тебе еще хач. Хач во всех. Нулевой, да? Жень, пойдешь из ХМ? Меня не берут. Ну сейчас этот соберет же. Ты сейчас странный. С такими дисконами делать не куда ты идти вообще, блядь. Какие дисконы, я, блядь, играю, у меня вообще не дисконы. Какие лаги? Возьми на хила, я пятерку только что пронес. Сука, я пятерку только что прошел. Ой, да всем рать. Какую пизду? Картошки насыплю себе в рот. Ты пойдешь же кашечка? Ну, так что ходил в парашу срать, короче, рукой протер по этой, по, ну, по сидушке, блядь, сейчас глаз чешу, пиздец. Руки не мыл, блядь. Слышь, Даун, ты пойдешь из ХМ, говорю? Нет. А чё? Неким, у меня только остался один бис холипал. Ну пошли бис холипалом, блядь. Саня, идёшь? Саня, не дискудить будет, ты что, дурак? Саня, пошли неким. Да пожалуйста, Жека заебал. Что? Вообще, вообще неким. Ну давай, я зашёл. Вообще, вообще, вообще неким. Вон, раз, два, три, квандрадей. И чё это? Я написал. Ну это, вагон. Я написал ему пати. Да ты долбоёб, хай собирает. Где? Хач собирай. Хач бери вон того, вара, за ловушка, вар, пойду 4-6 хм, 8. Нахуй. Нахуй нам бахнуть, если там ищет вар нормальный, 8 хмовский, сочивый. Ой, нахуй, хач, сука, мать. О, пойду бабычку похилю. Да ты ебанутый, Женя. Заебал, пошли в шестерку. Тебя там катать заставят, ты чё? Они в эту обычку уходят, как будто в ЛФР, блядь. О, мне пачка, Женя? Я ретриком иду в обычку. Да заебал, Жека, хуйня не страдай. Я не пойду сейчас в хрен, у меня полтора заебал. Часа, вы сейчас будете собирать полтора часа. И то ты хуй собираешь. А чё это полтора часа? Потому... Всё времени до да, 8. Да. Ой, идите нахуй. Привыкни уже. Я тебе говорю в натуре, он это, чувак, который разговаривает как повод, не пошутил, но я про гнома. Повод-то подобный. Че я повод-то подобный, так интересно. Я не хочу быть повод-то подобным. А хаче повод, а хаче подобный, нормально? Не, я хочу быть, бля, я даже не знаю, лучше покурю. Ну, смотри на их шмот. И там идет LM 406 собирает обычку. Что, блядь? Ему добиться воля, хитрости и кольцо с Хагары. А, ну и пояс с пухой.
Вообще никто не написал, блядь. Заебись. Ты заклёпка. Да. Один, два, три, блядь. Да. Ты этого уебанного бригана возьмешь, что ли? Тебе нахуй, брат. Тебе нахуй. Пишет мне ДЦ-шка, блядь. Сука, вы заебали эти ДЦ нахуй. Меня кикнули с обычки, мне Грео написал гомонизм, то что я ему сказал, что реликвия, короче, у него не такая, понял? Меня кикнули с обычки. Пошли с нами. Пошли с нами, ЖКТ, ебал. Тупой, Жень, пошли. Пас, что не будет? Это, конечно, нормальный пауз. Давай пати, педик. Заклёпка, блядь. Кто тебе ещё надо? Ты кем, ретрик? Кем? Не похуй, кем. Или этим? Иди ретрика, мой ДПС в вагоне больше. Ты скажи, да, кто тебе ещё надо? Мак, ШП уже. Ну, Мак, короче, сова, ШП, лок, рога. Кто второй хил, ты? Обязательно рога. Ну, или я, или какой-то. Ну, ДЦ-шка. Вот этот вот. Я могу с ДЦ похилить. Да. Кто рог, Мак, кто еще? Лок. Рог, лок. ШП, лок. Да, гном, ты что, не пойдешь? И танк обязательно. Танка нет. Да ты вообще уйди отсюда, Антон, блядь, чтобы сейчас не ливали за тебя, ну. Не-не-не, стой, стой. В смысле не ливай? Нет, говорю, чтобы он спрятался нахуй, блядь. Чтобы я его не видел тут. Тупой, сука. Нахуй ты улетел, бля, я сейчас не пойду, если ты улетел. Прилети обратно, что ты, блядь, въем. Да сейчас я шмотки за трансу быстро. Короче, сейчас я приду. Хемовские? Да, ага, блядь. Да тут ебанские просто шмотки. Такой чуть поменять пульс этого. Ну я, слышишь, я ролю грудак. Мне грудак нужен на Елену. Да похуй. Что там пишут? Мне пишет, короче, какой-то друид. Рога, могу дамажить за СНки после каждого босса. Мне в сумку. 410. Хуй. Блядь. Хуй. Шли таких в ЧС нахуй. Пидорасов, блядь. Шо-шо-шо? Шо-шо, я не понял. Чёрт, объясни, хач. Написал мне друид. Зайдёт рога 410, но только если после каждого босса я буду кидать ему СНки в сумку. Шли таких даунов нахуй. Я написал, это тебе хуй тебе уверен в рот, а не СН, блядь. И хотел написать, вот тебе придет ночью и выебет, но не написал мне. Нахуй
тебе рога бесит, мне чтоб на мархоке типа отпиздить босса? БС. А, БС? Ты уверен, что этот рога на мархоке даст больше 40к? Может этот рога, блядь, не знает, блядь, как включается школа? Я беру рогу, потому блядь. Что у нас вар вагон, блядь. Я хочу, чтобы все латы шли ему, блядь. Кроме кольца. Ну, кроме кольца, тебе он рован, блядь. Мне вообще похуй. Я на эту хуйню не претендую даже. А я на тебя не претендую, потому что ты хуйня, блядь. С Мендоса, танк и хил. О, с ПП Гвардс кто-то написал, блядь. Во второй статье 8 хм нужны хмах, лем, сырка, руки, слышать. Это травмуля? Слушайте рвав, знание своего класса, ФТ воскресенье 15.00. Это травмуля собирает он, да? Травмуля? Ебать, запиши чисто для ржаки, просто ржак. Просто поржак, да. Сука, мне пишет, какой-то шаман. ДД елем надо? Пишу, нет, ДД хил надо, блядь. Сука, уебанище, блядь. Пишет, зайди, ебать. Он мне не верит на слово, что я буду. Ну ладно, я зайду на мага. Какого мага? Сиди на ретрике, ну бля. Я на секунду. А. Сексу гильдия что-то собирает, статик. Да, да. А там статик такой, блядь. Сука, такой... Да тут все секстоп дауны, блять, ну, в 3 хила занозу убивать, в 2 танка, блять, убивать спину, ну это ебантяйство полное. Я занозу убью, чувак, мне нормальный статик нужен, чтобы занозу убить, я ревну нахуй, все. Скажи, мне уходить надо. Они статик полтора часа наносили. Не убили. Да я лучше с бугами соберу, блять, и убью. От рева ж зависит рейд в натуре, нам очень-очень, 95, не знаю, 90% рейд зависит от рева. Да, 90% от рева. 10% от рева не поможет им. 5% того, что из этих 10%, что один или более участников рейда просто уебан. И еще 5% то, что один из этих уебанов еще и с раком, блять, мозга, нахуй. Че, собирайте куда? ДД6К. Плюс они в этот просто сказать, короче, слышишь? 6КМ, а вагоны есть? Да. О, блин, ну ладно. Слышь, Хач, плюс они в этот. Шо? Ты на манекенах? Да. Плюс они просто эти скины что-то на этого навара передашь. Вижу. Я перековку пойду ебашить. Сегодня надо было встать давно в крит перекваться, да? В крит же надо фул, да, Хач? Кем? Магом. Кем? Магом. Да. Искусность вообще, да, не надо нихуя. Да, да, блять! На, давай. Не надо нихуя. Всё. Ай, сука, даже полетка не изучена, ёба народ, пешком бегаю. Читом качался, да, идиот, блядь? Чё? Ебаный. Нет, не читом. Мне знакомая качала. Ебать, как на X100 можно еще в два тела качаться? Ты что, блядь, супер идиот, что ли, нахуй? В смысле, за 40 минут, 85-й? За 2 нуля. Часа, нахуй, сам качаешься. За 40 минут 85-й с нуля, алё. За 40 минут, да, ну, тупо 85-й с нуля. Иди нахуй, дебилой, ебаный. Иди нахуй. Люблю вас. Он заебись полсета собрал, короче. А чё за руки? Если я сейчас найду елема, я буду хилом. Если я найду хила, буду елемом. Вообще похуй. Ебать ты елем, нахуй. Бля, мне
чувак сказал, камбуз спал таким же. Прикинь, сколько он пидер, пидер, просто пидер, ебучий пидер. Тут, блядь, чтоб в рейд собрать, тут, блядь, палку заставляют бить, а чё там то. Я сейчас, короче, ШП заставлю палку. Давай поржём. Заставь меня палку бить. Да он бисовый фолит, на. Гильдия смерч. Ну, не бисовый, ему шею надо. А так он... О, кольцо рандомное нужно. А так, в общем, он без... Давай, ты тоже заставь меня манекен бить. Ой, нашел демон Лока, блядь. Да не бей манекен, сейчас все уйдут нахуй, сука. А мастерства сколько магу надо? Мастерства? 26. Дискон? 26, да? Нет. 26. Чё он не бьёт? А, уже перекован, ничего классно. Здесь он понимает, что я пойду к нему в статик, чтобы постебаться. Или ему надо сказать об этом заранее. Что-то оно, короче, нажимаешь на перековку, оно не хует, блядь. Даже на перса не могу зайти, в переименование персонажа грузит, понял? Слышь, там это 16к без буста, короче, понял? Оу, как полот прям, блядь. Полот-то стабильно 25. Всеми персонажами, любым, блядь, классом. Везде, на манекене, на манекене. Блядь, почему мне из хилов пишут только ДЦ ебаные? Знаешь, что мне написал? Кизумоно! И кем он хочет пойти? Ты сначала прими, а потом кикни, скажи РЛ, короче, кикни. Скажи Сидорову. У меня серп подупал, я не знаю, я ничего не вижу, ни чат, ни кейс, нахуя. А что же? Загрузка остановилась, персо. Да, все нормально. Куда пойдет? Женя, идешь 6хм? Прода 6хм. Чего, блядь? Какой дешевый дискон? Буду восьмерку собирать. Ну, точнее, шестерку. Точнее, восьмерку. Ты хоть ну, 8 вообще. Я собрал 2. А сколько я собрал восьмерок за эту неделю, Жек? 3? Да хуя. Я не одной. Я? Одну. Восьмерок? Закрыли 7, а ты? 8. А сколько закрыли? 7 восьмерок. ХМ на этой неделе? Спин? Да. 4 или 3. А два татуа, вот, короче. Лев, так как надо. Мега крутой ШП, 331 и тому лево, могу вообще я просто ворваться. Хач, ты можешь свой чат? Все. Да, я могу. Вообще-то выкидывает, и толку собирать сейчас сниматься вообще. Если кого выкидывает, все нормально. Я магом хочу статик, короче, тут статик чувак набирать, там это маг. Он меня просит палку побить. Серьезно хочешь статик магом? Ну да, я думал за ногу, чтобы нормально убивать, чтобы выбить себе жезл, понял? И ливать. Антон,
Да. Иди на. Как все? Какой ты адрес это? Я думаю, он... пора одевать ШП. Да, пора одевать Вара. Пора одевать Кьюсайда. Ну да, потом с кагалой жопы сидит на стуле деревянном, блядь. Без трусов, без нихуя. На коленках. Покорми, мам, покорми! Честно, на этом, на маге? Я, да, пытался быть на маге, а что? Кельдю прими. Иди нахуй. Что ты там написал? Ты хапал? Нихуя там хапал. Ты же прими в Гельдю, говорю. О чем без четырех кусков? Не похо вообще. Че он там пишет? Опять что ли дискон? Что он там написал? Да лох он, блин. Сука, нормально будет до ца плести холи плести? Слышишь? Нормально будет до ца плести холи плести? Не знаю. Да, я б захилил. Дискон, да? Перед всех? Нет. Нет. О боже. Я говорю, что выкидывает нахуй. Лагает. Да ничего не лагает, ты хуйню несёшь, правда. Стрим посмотри. Блять, иди нахуй вообще, понял, Антон? Ты меня уже заебал. Сука, тебе говорю, ничего у меня не лагает. Это у тебя... Вот, значит, сука, там, блядь, выкинь себя нахуй на морг какие-то. Тогда у тебя залагает точно. Спасибо, лагает, что я даже вижу шмотки, которые перед трансмагрификацией. Сука, у меня тоже не лагает, а выкидывает, понимаешь, блядь? Что такое выкидывать и лагает, блядь. Говорю тебе, блядь, Антон, съебись, потому что все ливают, нахуй. Уже два тела ливнуло. Это ж Антон, сука. Я завали ебало свою, сука. Обосранная, блядь. Да ты ебнутый вообще, по жизни, нахуй. Я тебе обещаю. Картошку, сука, в мундирах пожри, иди, блядь, буболек ебучий. Это ты будешь сидеть, блядь, ты походу ебать сидишь, это ты только, блядь, ну, отыгрываешься так, просто так, а там глаза ты хуй такой спать, блядь. Я в жизни опасался. Ну приезжай, сука, я тебе насру, блядь, Жек, глаза, блядь. Он, знаешь, он сказал, насрёшь что... ты даже, блядь, не встанешь от компа, от стола, не отвернёшь жопу, Жека, блядь. Жека, давай Димону. Ну так ты, блядь, сука, сука, да, он ебаный рот, сука, закрыл свой, блядь, пиздишь хуйню какую-то. Да не бесись, не бесись, блядь, не бесись. Да кто моя бесится, тупо. Давай я пропизняю. Ты беляшек съешь, блядь, щебучок. Иди нахуй, африканская пиздопроёбина, блядь. Что ты там морозишь, ебать? Пуда, давай козе. Да сука, заткнулись оба. Я не услышал. Тише нахуй. Меня не слушают даже, вообще в жопу, значит. А замутил? Ты чё, обоих кинул, да? Чей сервак повис, короче.
Писком. Зашло. Пока не лагает. Жека, ты зашел? Да. Помоги поискать танка, слышишь? Опять лаги пошли. Жесть, я только начал палку бить чуваку. А, блять, у нас ханта нету. Это же похуй, правда? Чё-то я протупил вообще. А кого я взял? Что-то еле догнал. Похуй буду без ханта. Ты можешь это петь, только не в микрофон. Только ты знаешь, что ты идешь ретриком, Женя? Сука, сиди, помоги танка поискать. Нужен танк. Ищи ретрик. Адекватный. Помогает, ты понимаешь, не смогу в рейде быть нормальным. Сможешь, блядь. Ты не бей, ты... Не стой тут, балок, тут, сука, FPS у меня 15. У меня так стандартно 16, тут 5, ну фу. На сервера уже, понимаешь? Где в ДД, там вы будете подкидывать. Что за комп говняный, у меня FPS 62. Комга, блядь, Core i5, Nvidia 2 гугла. Это плюс ноутбук. Красавчик. Speaker sound. Чё, блушка тут, короче, в рейде, но его в гильдии не отображает. Шут, я сервер офнулся, сука. Нет, у меня нигде не лопнулось, блядь. Хить могу. Летать могу.
Поставать все. Отлично могу. Сука, почему сагильдейцы всегда ходят бич персонажами, блядь? Почему никто не может пойти нормальным персонажем? У меня, например, все КП. Вот, допустим. У тебя. Ну вот этот блушка. Там же, блядь, 400 и даже не дотягивает. Сука, не возьмешь, блядь, ну это судьбейс, как не возьмешь. И шо я пьеру. Хач, ты не пронесешь рейд. Почему? Конечно. Потому что, блядь, будет выкидывать до утра. Можешь Шетрика искать, я же сказал уже, не могу зайти. Только утром, блядь. Да, ну будет так всегда выкидывать. Я смотрю еще два таких тупых рейда. Я просто уйду свой Warcraft и пиздец. Не, я тебе говорю, оно будет выкидывать. Вчера нахуй целый день тупо пытался. Да не, если я не буду играть день уже где-то неделю, блядь, я потом просто не хочу вернуться. Слияние плюс DOS, чё ты гонишь? Пишет. Заебали Blizzard, циркуль, досить, понял? Blizzard. Он написал только что, вот 15 минут назад буквально, пишет, чем больше фильтруем, тем сильнее идет атака. Как сообщили сотрудники ТЦ, то сегодня они уже зафиксировали атакой силой 100 плюс гигабайт в секунду. Прикинь, 100 гигов в секунду. Это 5 секунд, и у меня весь жесткий диск забит нахуй, хуям ебучим. При этом специально досят также и ресурсы нашего ДЦ, чтобы, видимо, они от нас отказались. Но этого не будет, мы скорее заплатим в раза два больше ДЦ, чем атакующим. К слову, до досяча серверов доходит лишь определенный тип DOS, это порядка 1-2% от этих 100 гигабайт. Но это является причиной, почему мир не доступен, то нет. В общем, работаем над реализацией разных вариантов решения, все решим, вопрос лишь времени. Слово хотелось бы отметить на стороне, если атакующий, грубо говоря, на любое наше действие идет ответная реакция, почти моментальная, зачет. Но он даже спасибки типа дает им. Лайкает, сука. Пиздец. Нон респект, блядь. Андрей. Ну, короче, это... Он им прям лайки ставит в своих сообщениях, понял? Пиздец, короче. Мед. Вчера Хари так же сам с 4, короче. И хуй, короче, где-то до 11, да, сидел, выкидывал, так каждый 15 минут 10, да. Заходи, Жень. Сука, где лог, блядь? Где ты прочитал про 200к, короче? Вот типа то, что требует 200к. Там. А киньте ссылку, пожалуйста. Киньте или на форум. Жека! Ой, а не, не пол. Ты понимаешь, что будет жопа? Киньте кто-нибудь ссылку в ВК. Жесть, так прокнуло. Шо, компус 7000. Просто пиздец, нахуй. Ну, бля, ебучее мясо. Там два крита таких влетело по 40 тысяч, получается, с пула. Я покинул выкомбуз 1020, наверное. Да. Может... больше не очень сильно. Как раз по троке по все. Я
охуею, сука. Что там за шмот? Почему мне пишут только долбоёбы? Ты мне скажи. Сука, пишу, блядь, не возьму тебя в рейд, у тебя ачив нету, ты сикс-то, ты бомж. Он пишет, блядь, ну, встань ты расскажешь, блядь, я все сделаю, как хочешь, блядь. Я говорю, не возьму, потому что ты голый, блядь. Ну, блядь, я не буду там ролить шмот, нахуй. Я говорю, тогда нахуй ты мне нужен в рейде, ну, просто возьми. Ну, чё, я, сука, я уже не хочу рейд. Сухофруктовый. Что? Неугомонный хач. Все, у меня походу тоже. Я за дракашу сварю, сука. Да сервер диспон, у меня вот тут. Я зашел, у меня на сервере 0 человек, у меня пустой шторм, я просто бегаю по нему. О, отлагал. Да я отдыхаюсь, бегаю по шторму. Да не отлагал. Да, Антон, походу, блядь, твое вагонство откладывается, блядь, на... Да, похуй. Бесконечность. Нет, это бесконечность, это дохуя. Ну, блядь, ну я тебе говорю, я вот этими выходными, я завтра уезжаю, я не буду тупо играть, даже заходить не буду. Максимум, что зайду, это в понедельник. И воскресенье, может быть. Так, ты ставим. Что? Бомжара, а чё у нас эта РК поменяла? Где? Уже не спроси. В смысле, а при чём тут он? А я при чём тут? Дисканул или все? Да, дисканул. Что, у тебя тоже, да, хач уже? А, все. Все, потому что... Не дисканула, я в игре, но... Ну, типа, короче, это... Я бегаю по шторму, пробуешь. Скажете, как зайдет, я пойду пока в КС поиграю. Нельзя называть CSGO КСом, или ты в 1.6? А 40 сыграю. О, мужик, CS, мужик. CS. Или CSGO, но не называйте конченые игры CS, CS-ка. Чё, идёт же, что ли, нахуй? Брать эту ебаную 1.6, если ты там квадратом бегаешь, квадратами стреляешь и квадраты, блядь, просто. Ебаный Майнкрафт, сука. Стреляю. Сука, там действительно Майнкрафт, блядь. Это я заходил, попробовал это что-то настройки играть. Там надо менять, короче. Ясно. Чтобы не было квадратно. Он на софтваре режим играет видеокартой, и у него Майнкрафт.
трек был.